Сегодня весь мир говорит о России. Исполнилось 60 лет со дня первого полета человека в космос. Удивительное время первых еще долго будет привлекать внимание ученых, исследователей космоса, писателей, музыкантов. В день космонавтики торжественный митинг состоялся у памятника первооткрывателю Вселенной Юрию Гагарину. Внимание, минутная готовность, минутная готовность. Пятьдесят лет назад ракета-носитель вывела на орбиту корабль «Восток-1». Полет Юрия Гагарина длился 1 час 48 минут. Этот день открыл новую эру в истории человечества. Тебя вспоминают Парижа окраины, проспекты Москвы и Рязанская рожь. А дети на свете играют в Гагарина. Значит, ты на планете живешь. Сходит над миром созвездие Гагарина. К правде и к свету стартуют сердца. Его подвиг стал примером для миллионов мальчишек и девчонок. Развивающаяся космическая отрасль получила большой толчок. Много героев Советского Союза, современной России, уроженцы Чувашии, которые служат либо в авиации, либо в космической отрасли. Желаю, чтобы мы все с вами вдохновлялись вот тем отношением людей, патриотов, героев, которые смогли совершить вот такую победу, первенство в освоении космоса. Среди тех, кто пришел возложить цветы к памятнику, Василий Прокопьев. Его жизнь плотно связана с космонавтикой. Стартовой площадкой для него стал космодром Байконур. Специальным испытательным управлением он занимался подготовкой и запуском ракетоносителя на Луну. Там же он узнал о полете в космос Андрияна Николаева. В это время по радио впервые по телевидению я услышал, узнал, по коридорам бегал, кричал, как, говорил: «Ребята, ребята, мой земляк на орбите». Это была величайшая, конечно, радость, гордость за Чувашию, за моего земляка. Для поколения современных школьников полеты в космос стали обыденным явлением. В списке летчиков-космонавтов более 120 человек. И на орбите герои находятся больше, чем по году. Но первые навсегда остались первыми. Это первый космонавт, который открыл полеты в космос, вообще космос для России, для мира. Дабы развить патриотизм в детях, патриотизм в людях, не забывать о великих событиях прошлого, не забывать о великих людях, которые жили до нас. Поехали. Эту известную фразу Гагарина взяли за основу флешмоба педагоги и ученики автошколы ДОСАВ. Они выложили слово на земле с помощью автомобилей. Члены Чебоксарского аэроклуба поднялись в воздух, взяв с собой нашего оператора, чтобы заснять символичную картину с коптера. Согласитесь, впечатляет. В рамках месячника, посвященного российской космонавтике, пройдут конкурсы, выставки, уроки, квесты. Принять в них участие или просто посмотреть можно через официальные хэштеги мероприятий. Наталья Мальчик, Дмитрий Салманов, Юрий Марков, Республика.